Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и это постройка механического дома. Ну, как сказать, постройка. Это видео будет довольно-таки короткое, минут 10-15. Я в нем практически строить ничего не буду. Вот, я вам лишь расскажу, что я вообще планирую делать. Вот, и также, если вы хотите постройку механического дома, то ставьте лайки и пишите комментарии. Чем больше комментариев и лайков, тем больше мне будет хотеться заснять постройку механического дома, и я буду знать, что вам это понравится. В общем-то, все, кто смотрели прошлые два выпуска, они были очень давно, механик постройки механического дома, те видели, что тут другая гора и совсем другая карта была. Вот. А сейчас здесь вот такая вот гора и совсем другая карта. В общем-то, что произошло? Я потерял ту карту, естественно. Я перед тем, как вот у меня сгорела материнская плата, я отснял выпуск на сервере. Сервер у меня был на рабочем столе. Вот. Ну, через хамач, естественно. Вот. И у меня, получается, я уже отрендерил его, уже выложил его на YouTube. Вот, и у меня, короче, шандрахнула молния и сгорела материнская плата. Ну, дальше вы знаете, что было. Вот, и я решил, решил начать заново строить механический дом, только на другой карте. В общем-то, я без съемок построил вход, он точно такой же, как я и строил ранее, в прошлых выпусках. Так, давайте я даже вам покажу его. Вот он точно такой же, ну-ка, естественно, габарит у него чуть побольше, я над компактностью не парился этого механизма. Вот, добавил лишь парочку фич, точнее не парочку, а одну фичу, это вот сейчас я вам покажу даже. Если, так, давайте я возьму Red Fackel. Вот, если мы забыли пароль, допустим, вот мы зашли в наш дом, так, у меня что-то пролагнуло. Вот, если мы забыли наш пароль, мы можем поставить сюда красный факел, убрать его, и у нас откроется дверь, и пол у нас просто-напросто не раздвинется. Вот, ой, что-то у меня лагает странно как-то. Давайте сейчас настройки графики и вот так сделаем. Чанки чуть поменьше поставим. Прогрузку. Вот, то есть габариты у него, конечно, побольше. Я над компактностью, еще раз говорю, не парился. Так, ну стоп, что это было? What the fuck? Так, здесь дверь. А здесь что? Подождите. Ой, я тут факел сломал. Чё-то я сломал такое. А, фу, все хорошо. Вот, то есть я добавил одну фичу такую вот, и, как бы сказать, практически такой же, только там я еще забыл здесь сделать... забыл сделать здесь дверь, но это я, может быть, позже сделаю. Вот. Ну, а так, хотя, давай, что позже, давайте попробуем сейчас это сделать. Тут, в принципе, делать нечего. Давайте сейчас это сделаем. Быстренько. Вот так и вот так. И возьмем блоки. Поставим вот сюда. Теперь мы возьмем, выйдем отсюда. И просто-напросто проведем вот сюда вот редстоун. Так, сейчас нужно будет вот так сделать. Надо будет обновить поршень сразу. Вот. Так. Я забыл сделать здесь дверь, пардон. Вот. И сейчас мы сделаем то же самое с этой стороны. Так, обновим опять же наш поршень. Так, летать туда-сюда. Вау. Так. И вот так. Все. То есть вот так вот у нас это все будет выглядеть. Сейчас мы это все так вот дело закроем. Ой. Вот. И вот так вот у нас будет выглядеть наш проходик. То есть компактненько и хорошо. Так, здесь можно, кстати, поршни убрать. Они нам здесь не нужны. Вот так. Вот, мы поставим. И что? Вот так. Они нам здесь не нужны, так как здесь у нас дверка.
Так, давайте попробуем, сейчас проверим, все ли у нас тут нормально. Открывать дверь, откроется она нормально. Так, что это? Ой, застрял. Так, я не понял. Там, по-моему, все-таки не нужно. Точнее, нужно убрать блок. Значит, сейчас мы его так уберем. Так, ё-моё. Ой, сколько здесь редстоуна. Так, да, вот тут лучше убрать блок. Вообще лучше здесь репитер убрать. Он нам не нужен. И вот так вот это все заделать. Вот. Все, теперь у нас должно все четко работать, все хорошо открываться. Так, давайте опять залетим сюда. Проверим, открывается ли у нас. Да. Так, давайте. Да, у нас дверь открывается и закрывается. В общем-то, также тут была практически вся гора. Вот эта вот вся гора была из камня. Я взял, заменил камень и гравий полностью весь, чтобы было легче работать, на землю. То есть так мне будет проще работать с землей, потому что гравий он всегда будет падать, и это будет не очень удобно. А с землей будет просто все шикарно. Да. Так, и еще я хочу кое-что проверить. Меня терзают смутные сомнения, что вот здесь у меня была часть пароля. Нет, у меня части пароля здесь не было. Это хорошо. В общем-то, вот так вот у меня все это выглядит. Также я перенес полностью по памяти все дело. Точнее, даже не по памяти, а чуть-чуть видео даже подсматривал свои. На YouTube. То есть теперь у меня, помните, раньше я где-то здесь ставил Redstone Packet, у меня где-то тут открывался наш этот тайное место, куда попадает весь дроп после того, как мы проваливаемся. В общем-то, я сделал чуть попроще, чтобы скоротать место. Вот, то есть теперь у меня тут уже может идти гостиница, гостиная. Вот, то есть теперь я ставлю просто здесь факел, и у меня открываются сундуки с дропом. То есть вот так. Здесь мы сделаем вот так. И здесь у меня вот такое вот место тоже, где у нас идет распределение дропа. В общем-то, тут все заморочено так. Вот. Ой, что-то меня лагануло. Вот эта вот овца меня бесит. Я-то думал, что у меня здесь так? Звуки странные. Так, давайте ее убьем. Вот. То есть вот тут такой вот подъемничек. Дропа наверх. Сделал я его сам. Могу даже, если хотите, запилить Redstone туториал по нему. Вот. Так что такой вот будет домик у нас. Так, смотрите. Вот у нас пошел наш дроп. И сейчас, по идее, если я посмотрю в сундук, то у нас в сундуке, да. Видите, даже если один дроп ты кинешь, то он все равно заберется. Вот. Так что вот так. Ой, что мне лагает сильно. Я не пойму почему. В общем-то, вот такой вот у нас получился проход. Я это делал все без съемок, скажу еще раз. Вот, так как я карту потерял, и все-таки захотелось продолжить снимать механический дом. Если вы хотите, то, естественно, я буду продолжать это все строить уже на съемочку. Может, кого-то буду даже приглашать из своих подписчиков. Вот, также еще не хотелось бы, чтобы пропадала рубрика «Карты от подписчиков». Вот, это тоже довольно-таки хорошая рубрика, и жалко будет, если она пропадет. Вот. Так что тоже старайтесь делать карты, я их буду обязательно проходить. Вот, так что вот такие вот дела. Пока я, как сказал в начале видео, сильно я тут строить сегодня не буду. Я просто это видео сделал для того, чтобы узнать, хотите ли вы продолжение постройки механического дома или нет.
Вот для чего это просто видео я сделал. Я думаю, эта рубрика интересна всем. Также вы можете предлагать свои постройки, все, что можно сделать здесь. Вот, так что можете предлагать. Я это тоже учту, все ваши предложения, все буду учитывать. И буду это все проходить. Буду все это. Если какая-то идея мне понравится, то я буду это переносить уже в свой механический дом. Вот такие вот дела. О, даже не знаю, что еще сделать вам, чтобы еще показать такое. Я также тут перенес, точнее, не перенес, а в схематик добавил файл камина, так что будет уже у меня есть парочку идей, какие можно сделать. Вот тут такая вот огромная гора, как вы можете заметить. Вот такая вот огромнейшая. Можно всякие сады будет понаделывать, особенно вот сзади, там сзади красиво. Но я не буду туда лететь, потому что на чанке они плохо грузятся. Еще надо будет поднастроить, установить драйвера получше, вот, и поднастроить винду, чтобы все работало просто шикарно. Вот, так что вот такие вот дела. Что-то я все время говорю слово «вот» уже, это как-то приелось мне это слово. Вообще-то не важно. Ну что ж, думаю, на этом я закончу. Пишите в комментариях, хотите ли вы ролик о постройке механического дома или нет. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.